Дрианекс. Real Business Team. Здравствуйте, с вами Ольга Стрельцова, и в этом видео я вам покажу, действительно ли компания Brainly Buttons платит деньги своим партнерам. Компания производит выплаты еженедельно. Эти выплаты производятся на международную карту Pioneer. И во время перечисления денежных средств приходит на почту такое письмо. Мне пришло письмо: платеж на сумму $546 зачислен на вашу карту Pioneer. Давайте сейчас зайдем на сайт Pioneer, зайдем в личный кабинет и посмотрим, действительно эти деньги или упали на карточку. Это мой аккаунт в Pioneer. Вот вы видите, Ольга Стрельцова. И платеж на сумму $546 поступил от компании Brainly Buttons. Пойдемте снимать эти деньги. Мы находимся в банкомате и будем снимать заработанные деньги в компании Brainly Buttons. Снимать все эти деньги будем вот в такой карточке Pioneer, которую компания написала абсолютно бесплатно. Еще раз, потому что здесь указаны определенные суммы, которые суммы, которые нужно было, у них последний подход, не указано там самая. Это деньги, которые я заработал за последнюю неделю в компании Brainly Buttons. Становитесь партнером нашей команды Трианекс, и вы так же, как и я, сможете зарабатывать уже в первый месяц сотрудничества с компанией Brainly Buttons. Став партнером команды нашей Трианекс, вы получите автоматизированную систему со всеми необходимыми инструментами для ведения бизнеса. А также вы сможете абсолютно бесплатно начать обучение и пройти обучение в бизнес-академии Трианекс. Знаете, в бизнес-академии Трианекс вам не просто скажут или расскажут какие-то способы, методы, которые не проверены на практике. Вам не просто дадут полезную информацию, дадут принципы работы. Также вас возьмут и проведут пошагово по всем этапам построения бизнеса для того, чтобы вы получили желаемый результат. Не медлите, принимайте решение становиться партнером команды Трианекс прямо сейчас, и вы сможете обучаться в бизнес-академии уже с 15 ноября 2014 года. Как стать партнером команды Трианекс? Пишите там, мне сказать, я вам расскажу. С вами была Ольга Стрельцова, я желаю вам успехов.